Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Олег Рожнов встретился с трудовыми коллективами и представителями общественности Кубинки в рамках отчетной кампании. Парламентарий посетил Центр развития детей «Истина» и 3 детских сада. Рассказал о депутатской деятельности за минувшие 5 лет, а также представил отчет о выполнении программы партии «100 главных дел».